Интеллектуальные баталии в мировом масштабе. Гомель на уходящей неделе стал центром шашечной мысли. Лучшие юные игроки со всего света выясняли, кто же самый сильный. Беларусь впервые принимала молодежный чемпионат мира по этой настольной игре. Неожиданные ходы и запутанные комбинации. За этой внешней неспешностью игроков кроется высокий градус противостояния. В течение недели в общественно-культурном центре шла борьба интеллектов. Награды в четырех возрастных категориях оспаривали более 200 юных игроков из 15 стран. Команды представляли 4 части света – Европу, Азию, Африку и Америку. Кажется, что это не самая обширная география для турнира такого уровня. Между тем, в Гомеле собрался действительно весь цвет мировых молодежных шашек. Беларусь во Всемирной Федерации этой игры на хорошем счету. Не раз в нашей стране проходили крупные турниры. В прошлом году Витебск принимал молодежный чемпионат Европы. И вот настал черед старта мирового масштаба. Проводить его доверили Гомелю. Так как Белорусская Федерация всегда пытается провести соревнования на высоком уровне, то, в принципе, нам практически ежегодно отдают соревнования самого высокого ранга. Гомельчане взялись за организацию молодежного чемпионата мира по шашкам 100 со знанием дела. В марте этого года в областном центре с успехом прошел чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди спортсменов с нарушениями слуха. Полученный тогда опыт пригодился сейчас. Все организаторы постарались сделать все, чтобы те спортсмены, которые приехали сегодня на чемпионат мира по шашкам 100, они не чувствовали никаких проблем. Организаторы удивили гостей со старта. Церемонию открытия турнира назвали одной из лучших за последние годы. Церемония открытия чемпионата была яркой и запоминающейся. Я посещаю много соревнований разного уровня и могу сказать, что эта церемония открытия была одной из лучших за последние 10 лет. Мы видим, что в Беларуси соревнования всегда проходят на высоком организационном уровне, потому мы доверили именно вашей стране проводить чемпионат мира среди молодежи. Гостеприимство гомельчан оценили не только функционеры, но и спортсмены. За плечами Йетсис Лампа из Нидерландов 5 чемпионатов мира. Приемом в Беларуси он был приятно удивлен. И спортивно, и околоспортивная жизнь на турнире налажена отлично. Мне все очень нравится. Беларусь очень гостеприимная страна. Это заметно везде, и в отеле, и на соревнованиях. Ваше гостеприимство поражает. Что касается турнирных баталий, то тут беларусы были уже не так гостеприимны. Награды чемпионата мира престижны сами по себе. А на домашнем старте такого уровня хочется показать самый высокий результат. С поставленной задачей наши шашисты справились. Гимн Беларуси не раз звучал на церемонии закрытия турнира. Максим Савин, Евгения Кухоронок, Андрей Иванов. Новости недели. На этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.